Одна из самых величайших и успешных игроков в истории настольного тенниса, Анжелика Адельштейн-Розяну, родилась 17 октября 1921 года в Бухаресте, Румыния, в обеспеченной еврейской семье, занимавшейся виноделием. В детстве Анжелика пробовала себя в разных видах спорта, среди которых были плавание, велосипед и теннис. Играть в настольный теннис она начала в 9 лет, а уже через 3 года, в 12 лет, выиграла Кубок Румынии. Как она позже скажет о себе, «Я выбрала настольный теннис» или «Если вам нравится, теннис выбрал меня». Анжелика Розяну выиграла национальный чемпионат Румынии в 1936 году и оставалась чемпионкой Румынии среди женщин в течение следующего 21 года. Ее карьера была прервана Второй мировой войной. Так, с 1940 по 1944 год ей запретили даже посещать гимназию в Румынии, и она не могла играть. Свой первый чемпионат мира Анжелика Розяну выиграла в 1950 году, начав беспроигрышную серию, в результате которой она выиграла чемпионат 6 лет подряд, подвиг которого еще предстоит достичь. Также она до сих пор остается последней женщиной не из Азии, выигравшей золото чемпионата мира в личном зачете. Чемпионат мира 1953 года стал для Анжелики самым успешным, где она получила золотые медали во всех видах соревнований. Всего она выиграла 17 титулов чемпионатов мира, 6 в одиночном разряде, 5 в командном, 3 в парном разряде и 3 в смешанных парах. В 1950 году Розяну была назначена президентом Румынской Федерации по настольному теннису и занимала эту должность 10 лет. В 1960-м она эмигрировала в Израиль, где трижды становилась чемпионкой. Но настольный теннис в Израиле был в упадке. Азиатские страны стали доминировать в этом виде спорта, и вскоре Анжелика Розяну завершила свою карьеру, направив свою энергию на занятия плаванием и игре в бридж. К слову, двое из 4 внуков хорошо играют в бридж и представляли Израиль на международном соревновании, выиграв множество крупных турниров. В 1981 году Анжелика Розяну была избрана членом Международного зала еврейской спортивной славы, а в 1995 году была включена в Международный зал славы настольного тенниса. Она постоянно поддерживала связь с родной Румынией и в последний раз посетила ее в 2005 году. Год спустя, 21 февраля 2006 года, в возрасте 84 лет, она завершила свой яркий жизненный путь, уйдя из жизни в кругу своей семьи в Хайфе.